17 декабря на арене Дворца спорта «Лужники» состоялась премьера нового мистического шоу мирового уровня «Дракула. История вечной любви». Высокий, худой, бледный. У него тут зубы. Вампиром, по-моему. Он жил в Трансильвании. Мне вообще очень привлекает мифология. Захотелось посмотреть на вампиров, которые будут на льду. Исполнителями главных ролей спектакля стали мастера спорта по фигурному катанию. Мурашки по коже должны идти от некоторых номеров и от музыки, которая будет играть. Зрелищности представлению добавили выступления воздушных гимнастов. Конечно, эмоции будут, думаю, только положительные. История таинственного вампира графа Дракулы, героя бессмертного романа Брэма Стокера, благодаря авторам шоу получила новое прочтение. Сюжет будет интересен как взрослым, так и детям. Добро обязательно победит зло. Мы приглашаем вас посетить следующие наши спектакли. Это «Цирк Деда Мороза», которые пройдут в Доме кино уже с 24 декабря. Мечтай, фантазируй, смотри.